С чего можно начать белоруса, который решил заняться восстановлением своей родословной и истории репрессий в семье? Ну, если про конкретно родословную, то надо начать с опроса там папы, мамы, бабушки, дедушки. Поднять простые вещи, поднять трудовые книжки, поднять какие-то автобиографии. Если их нет, просто сесть, и чтобы бабушка, дедушка, папа, мама рассказали. Что касается темы репрессий, да, то есть масса баз данных, ну, мемориала, открытый список, бессмертный барак, куда можно зайти и посмотреть базы данных, что там есть. Картотека Сталина та же на свободе. Что там есть, какие имена есть. А дальше уже можно пытаться обращаться либо в Национальный архив. Национальный архив обязан предоставлять справки. У них есть сведения, которые в свое время передали из КГБ. Национальный архив обязан предоставлять справки, где просто анкетные данные человека. Когда родился, где родился, за что арестован, по какой статье, расстрелян, выслан, если указано место, где расстрелян, ну и так далее. Можно также обращаться в архив КГБ, если есть номер дела. Если нет, ну просто можно в центральный архив писать. Единственная загвоздка, они документы не предоставляют без подтверждения родства. Для некоторых, ну представьте, да, прадедушка мой 1879 года рождения, да, я не могу найти на него никаких уже документов. Есть метрика чудом уцелевшей моей бабушки с 1918 года, она уже такая хрупкая, ломкая, ей уже 100 лет, да, но не у всех такие документы есть. То есть я смог доказать, не все могут. Поэтому можно, конечно, пробовать доказать родство через суд и уже тогда обращаться в КГБ, и они обязаны предоставить сведения. Я уже занимаюсь поисками, восстановлением истории семьи более 20 лет, и у меня было много открытий новых и находок, и вот были такие, которые меня просто, ну, очень сильно потрясли. Ну, во-первых, это дела моих прабабушки, прадедушки. Когда я их увидел, я был в шоке, потому что дела настолько тонкие, они тоньше были вот тетрадные, школьной тетради, да. И этого было достаточно, чтобы уничтожить людей. Без суда, без следствия, просто бред какой-то в протоколе, когда люди сами себе, видно, что сами себя оговаривали. Что меня еще поразило, это то, каким образом работала коммунистическая система репрессии. То есть даже если человек, вот у меня в документах есть документ 41 года, когда один из следователей повторно пересматривал дело родственника, двоюродного брата моей прабабушки. Он написал, человек невиновен, то, в чем его обвиняли, недоказуемо, свидетелей уже нет, они расстреляны. Но, учитывая его кулацкое происхождение, считаю необходимым срок оставить без изменений. То есть он невиновен, но пусть посидит. То есть вот отношение, вот та самая пресловутая социалистическая, коммунистическая справедливость. Что меня еще поразило, вот поразил меня еще один из протоколов допросов двоюродной сестры моей прабабушки. Он, дело тоже очень тоненькое, Ракова Анна Викентьевна. Ее допрашивали, спрашивают, вы были завербованы польской разведкой? Да, была. Когда? В 30-м году ко мне ночью в окно постучали, спросили, хочешь ли ты сотрудничать с польской разведкой? Я сказала, что хочу. Как выглядел человек, я не помню. Как звали этого человека, я не помню. В 37-м году мне снова постучали в окно под покровом ночи, предложили еще раз посотрудничать на польскую разведку. Как звали человека, я не знаю. Как он выглядел, я тоже не знаю. В 37-м ее расстреляли. То есть, очевидно, что это выбитое показание. Ну и еще одно потрясение, это протокол допроса родного брата моей бабушки, прабабушки, Антона Каменского, где он перечисляет всех родственников. В списке, если не ошибаюсь, 13 человек. Практически все они впоследствии были расстреляны. То есть в основном это Орша, кто-то в Москве.
кого-то выслали, он пропал в лагерях. Еще, что меня больше всего поразило, это то, что репрессии в отношении моих родственников начались не в 37-м, не в 30-м. Ну, можно сказать, в 19-м, когда впервые родной брат прабабушки был, попал в ЧК как царский офицер, после он ушел в Польшу и стал там польским офицером. А уже такие серьезные репрессии начались в 27-м году. И вот по тем материалам, которые у меня есть, что там указывается, что в ОГПУ в 25-м еще году поступили сведения, что такие-то, такие-то, Каменские, крупная польская шляхта, проживающая под Оршей, вот имеют связь с Польшей и занимаются шпионажем. Вот тогда их впервые арестовали, но отпустили, троих. Вот, а дальше как бы пошло и поехало. И последние репрессии вот, в отношении моих родственников, они закончились в конце, по-моему, даже в начале 50-х. Один из сын двоюродного брата прабабушки, он был в армии Краевой под Вильня. Его в 44-м арестовали, пытали, дали несколько лет лагерей. В Саратов он поехал, там он встретил свою мать, которая тоже была выслана. Вот. В общем, они потом вернулись, пытались выехать в Польшу к родственникам, их долго не пускали, потом они все-таки уехали. То есть потрясений очень много. И вообще вот они бесконечны, поскольку когда начинаешь раскапывать дела репрессированных, то есть, как правило, это мужчины. Но у мужчин были жены. А когда начинаешь смотреть, а что за жена, откуда она, выясняется, что и родственники жены тоже были репрессированы. И это такой складывается клубок, и просто, ну, я не представляю, в каком ужасе нужно было тогда находиться, в каком ужасе люди жили, когда у тебя, ты видишь, одного забрали, второго забрали, этого выслали, этого расстреляли. То есть это коммунистический террор. Это гораздо страшнее, чем фашистский террор. Ну, фашисты еще не успели развернуться, они были детьми по сравнению с коммунистами. Но вот, вот сегодня у меня уже таких 30 имен репрессировано. У кого-то дом отобрали, у кого-то выслали, кого-то расстреляли. А сколько людей репрессировано? У нас до сих пор официально нигде никаких цифр не озвучено. То есть да, какие-то репрессии были, да, каких-то людей поубивали, где они похоронены, никто не знает. То есть задача коммунистов, нынешней советской власти белорусской, да, в том, чтобы об этом сведений не было. Чтобы люди этим вопросом не сильно интересовались. Потому что если интересоваться, то с этим надо что-то потом делать. Ну, например, вот то, что я наблюдаю, Институт национальной памяти в Польше. Они устанавливают места расстрелов, казней, ну или захоронений, они не просто устанавливают, они потом занимаются эксгумацией. Это огромная кропотливая работа. Они вот вскрывают эти могилы, ну, безымянные могилы, достают кости, исследуют их, находят родственников. В Литве то же самое. Там даже есть генетическая экспертиза тех останков, которых они нашли. Это очень дорогое удовольствие, но они этим занимаются. Для них важно доказать, что был сталинский коммунистический террор. У нас террора не было. Не было просто. Почему белорусские власти не хотят увековечить память жертв террора? Во-первых, белорусские власти считают себя правопреемниками советской власти. То есть то, что сегодня воссоздано в Беларуси, это как бы худший вариант советской Беларуси. Худший в том смысле, что это был не поздний Советский Союз, где можно было какие-то, у людей были социальные лифты, где можно было бы подняться по карьерной лестнице. С точки зрения, ну ладно, в экономику я не полезу. То есть главное это то, что белорусские власти это правопреемники той системы, которая реализовывала политику террора на этой территории. А комитет государственной безопасности, он, в принципе, единственный комитет на территории бывшего Советского Союза, который так и называется, комитет государственной безопасности. Он даже шильду не поменял. И Беларусь пока вот единственная страна, которая не открыла архивы о репрессиях.
не открыла, не просто не открыла, но очень активно этому сопротивляется. Более того, даже сильнее закрывает. Почему? Потому что у одного человека в нашей стране, Советский Союз, это нечто святое, которое нельзя трогать грязными руками, нельзя очернять, нельзя осквернять память о том, что было. Но это идеология. А как открытие архивов может повлиять на сегодняшнюю ситуацию? Чего власти боятся? Для меня это тоже загадка. Но чего власти боятся? Власти не хотят говорить вообще, в принципе, о репрессиях. У нас десятки мест массовых расстрелов, которые до сих пор не установлены, никак не обозначены. Власти не хотят об этом говорить, и несмотря на то, что был принят закон о том, что они должны содействовать потомкам репрессированных в установлении мест расстрелов, никто этим, естественно, не занимается. А если места обнаруживаются, они пригоняют 52-й батальон, который говорит: ребята, 52-й батальон – это военизированное подразделение, которое занимается, его задача – поиск воинских захоронений. То есть они не специализируются на репрессиях. И когда они приезжают на место массовых расстрелов, они находят кусочек шинели или какую-нибудь гильзу немецкую и говорят: ребята, это немцы расстреливали. Это тут к репрессиям не имеет значения, не имеет отношения. Вот. Более того, чего еще они не хотят, белорусские власти? Персонификации. Потому что как только появляется персонификация, говорить о том, что да подумаешь, там репрессии, ну подумаешь, пару человек расстреляли. А когда начинается поток обращений, люди, например, как у нас в Оршин, начинают приезжать на одно из мест расстрелов, ставить кресты, памятники, таблички вешать. Это уже другая история. Это история про память. Про память конкретных семей. И говорить о том, что этого не было, это ерунда, об этом все забыли, это никому не интересно, уже не получается. Что, на ваш взгляд, гражданское общество Беларуси может сделать для того, чтобы ситуация изменилась и архивы стали открытыми? Было бы очень здорово, и мне, к сожалению, непонятно, почему до сих пор это никто не делает, если бы гражданское общество, те же партии, которые занимаются темой репрессий, но в основном это КХБ, БНР, начали работать с потомками репрессированных. Потому что то, как сегодня с этой темой работают, это только мешает. Поскольку реальные потомки, они никак не связаны с этими активистами. И они видят, что, например, то, что происходит в Куропатах, да, там постоянно какой-то там конфликт. Людям это не сильно хочется. Да? Им хочется просто прийти, поставить крестик и ходить туда, как на могилку. А вот если бы, например, активисты, которые на территории работают, они начали работать с потомками, приводить их на те места, показывать им: вот здесь стреляли, что делать вам дальше, мы можем помочь вам обратиться в архив, мы можем там посоветовать, почитать такую-то литературу, хотите, принесите сюда крестик там. Ну, то есть, каким-то образом вот взаимодействовать с людьми. Я думаю, тогда бы тема чуть-чуть бы стала более подвижной, более такой живой. На сегодняшний день она слишком политизирована. Понятно, почему политизировано, и, наверное, это нужно делать, политизировать, но немножко другими методами, через потомков, потому что это огромный ресурс, огромный потенциал, который до сих пор никто не использовал. А чтобы все-таки рассекретить архивы КГБ? Для начала нужно организовать массовое обращение туда. Для этого нужно работать с родственниками, чтобы КГБисты сегодня говорят: это же никому не интересно, никто не спрашивает. А у людей есть миф о том, что КГБ не дает документы, о том, что это практически невозможно. А вот, например, наш опыт, и благодаря вот памятке Белорусского химического комитета, говорит о том, что это возможно, и это первый шаг.